Добрый день. Хотел презентовать метеорит из Казахстана с официальным названием «Березовка». В Казахстане вообще не такое большое количество метеоритов было найдено. В мировой международной базе метеоритов всего 20 метеоритов. Данный метеорит относится к классу обыкновенных хондритов с высоким содержанием железа класса H. Я вам как раз-таки сейчас покажу, как выглядит железо. Вот здесь можно увидеть блески никеля, что практически не встречается в земных породах. И это четко подтверждает метеоритное происхождение этого камня. Он был найден в августе 2013 года, соответственно, 18 километров севернее села Березовка в Павлодарской области. Это северный Казахстан. Основная масса этого метеорита 35,6 килограмм. А это, соответственно, спил с основной массы с весом 640 грамм. Вот в этом месте произошел спил от основной массы. Все остальные стороны сохранились как есть. Четко видна кора плавления темного цвета. Также следы атмосферного воздействия при высоких температурах в верхних слоях атмосферы. Вот эти вот борозды, которые как раз-таки четко характеризуют внеземное происхождение этого камня. Данный метеорит летел очень долго до Земли, от 20-30 миллионов лет. Соответственно, он часть метеорита, а часть астероида. В астероидном поясе находится много астероидов. Это между орбитами Марса и Юпитера. Соответственно, этот метеорит должен быть старше, чем планета Земля, на 100-150 миллионов лет. Плотность у него достаточно высокая, хотя это он относится к каменным метеоритам, но он достаточно тяжелый даже на ощупь. То есть он не похож на обычный камень. Спасибо за внимание.